Здравствуйте! Вы снова на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжаем снимать в саду Ирины Макаровой. И сегодняшний у нас сюжет посвящен топиарной стрижке елей. Ну, это, в принципе, касается не только елей, но и, наверное, любых хвойных растений. Но чем интересны ели, что мы можем их принести из леса, не только купить. То есть это, помимо того, что интересно, это достаточно простой вариант, бюджетный, дешевый, и при этом это безумно декоративно выглядит. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Ваши ели, я не видел таких в саду вообще. Вы их, скажите, вы их покупали? Пару елей уже выросли сами здесь, как самосев. Какие-то ели мы просто из лесу приносили, совершенно маленькими. Стригла я их лет 7, чтобы нарастить массу. И когда стрижешь... задумка изначально была, вы их с самого начала собирались стричь? Стричь, чтобы не дать им сильно вырасти. Я не хотела здесь, вот в данном кусочке сада, не хотела очень высокие ели. Но при этом мне хотелось вот на уровне глаз зелень какую-то. Поэтому это вынужденная была ситуация. Срезать макушку и как-то ее сформировать. И вот получилось одна ель, у которой два ствола, она практически вот как параллелепипед смотрелась. Я ее только поддерживаю стрижкой. Другую ель я захотела сделать в виде туи. В общем-то, увидела в одном немецком садовом центре елки, которые в виде карандаша. Высокая и узкая ель, но стоила безумных денег. Я решила сделать у себя такую же, но чуть пошире получилось, но все равно вот принцип тот же. У нее нет толстых веток, ее когда стригла с самого, грубо говоря, детства, у нее не получаются тогда толстые ветки, только ежегодные маленькие приросты. А другие елки пришлось стричь для разнообразия в форме шара. Где-то с юбками вот здесь вот есть, где-то шарики. Просто таким образом мы сдерживаем высоту ели, и за счет стрижки она с каждым годом только плотнее и плотнее становится. В общем-то, декоративно. Вот все-таки не самое такое очевидное растение для стрижки. Как оно вообще ее переносит? Самой елочке-то от этого не становится худо? Нет. Ель, кстати, очень хорошо стрижется. У нее только просыпаются спящие почки на веточках, она только гуще становится от стрижки. То есть само растение не страдает у него, ничего не отмирает, не выпаривает? Ну нет, вот я их уже стригу лет 10, поэтому вот посмотрите. Ну, с вашим садом все понятно, потому что у вас вообще здесь ничего не умирает, все живет вечно, процветает, и уже 17 лет, да. Все выглядит декоративно. Но если мы хотим примерять на наши, может быть, не совсем такие благополучные участки, вы такие вещи пробовали делать своим клиентам? Клиентам рекомендую. Ну, мне, кстати, вот соседи за стеной живут, они тоже, увидев мою стрижку, они тоже свои ели также стригут. И у них вообще в виде снежной бабы с тремя шариками они вот стригут себе эту ель. Поэтому и у знакомых уже многие хотят и делают себе такие же стрижки, поэтому многие уже переняли этот опыт. И прекрасно это приживаются, да, да. И скажите, а какой инструмент нужен для такой стрижки? Это ножницы для стрижки и триммер. Вот у меня кусторез. Кусторез, да, да. Могу даже показать. Да, обязательно покажите инструменты, потому что, ну, важно еще и чем это можно. Ну, вы вообще как-то, я не знаю, просто вот берете инструменты, да, подхожу, и как скульптор отрезаете все лишнее. Совершенно верно. Могу даже показать, как это можно, не боясь, пробовать и делать, и формировать, и ножницами. И ножницы уже такая филировочная работа получается, да, а основной кусторез. Покажу, как это можно делать. Не бойтесь ничего. Вот как делаем шарик. Лишнее отстригаете. Сколько раз в году нужно? Два. Два.
Вот где-то в июне, когда уже вот отросли красивые эти молоденькие кончики, вот тогда вот хорошо стричь. И сейчас вот после стрижки они опять будут отрастать. И где-то уже в начале августа можно еще раз подстричь. Только гуще будет. То есть практически это можно стричь весь сезон? Да. Да. Два раза это как минимум можно стричь. Совершенно спокойно. Самое время подстричь вашей ели. Прекрасно, не спасибо. Не бойтесь, ничего. Обязательно попробую сделать это у себя, потому что у меня стихийно у соседей выросла живая изгородь из огромных елей. Угу. И мне хочется тоже как-то укоротить, чтобы она не давала огромную тень. И, возможно, у меня будет красивый ландшафтный объект из стриженных елей. Мало того, даже если елка высокая, ее можно практически в половину понизить, не бойтесь. Несмотря ничего. На толщину ствола? Да, да. Но вы просто задайте ей форму конуса. Как вот натуральная елка имеет свою природную вот форму конуса. Вот срезали хоть с середины и начинайте веточки вот так вот на конус все срезать, чтобы она была красивой конической формы. И тогда эти спящие почки там за год, за два заполнят, и никто не будет знать, что елка наполовину срезана. Она просто заполнит это пространство, выскочит верхушечка и будет как маленькая елочка. Я хочу кремлевскую стену выстричь. Как думаете, возможно? Попробуйте. До такой степени сделать верх не прямым и не острым, а что-то вот такое. Попробуйте, все в ваших руках.